Уполномоченный по правам человека Наталья Ковалева воспользовалась своим правом выступить со специальным докладом перед депутатами областной думы. Народным избранникам она озвучила многолетние проблемы учреждений, оказывающих психиатрическую помощь. Люди, страдающие психическими расстройствами, лечатся в ужасных коммунально-бытовых условиях, страдают от низкого качества питания и острой нехватки медицинских кадров, отметила омбудсмен. Количество жалоб невелико, но постоянно растет. Имели место факты отсутствия проходов между двумя койками, а иногда и тремя, что является нарушением санитарных норм. В помещениях отсутствуют, в палатных помещениях, санитарные узлы. В палате от 8 до 15 человек палаты закрываются, поэтому они стучат, когда нужно выйти. Стены, матрасы, подушки, постельное белье пришли в ветхость. Многие требуют замены. Кроме того, имели факты наличия трех подушек вместо матраса. Уже 3 года Наталья Ковалева пытается добиться положительных изменений, но власти не уделяют этой проблеме должного внимания. Вот сейчас депутатам, кстати, хорошо, что вы обратились, и мы, так сказать, это увидели. Я надеюсь, что в бюджете следующего года отражение найдет там наша психиатрическая служба, там увеличение. Но вот все-таки, честно хочу сказать, что вот не совсем, мне кажется, вот мы, так сказать, не поэтапно идем. Потому что мы понимаем, что деньги-то, в принципе-то, не депутатов. В июне 2016 года на заседании экспертного совета рассматривался вопрос по психиатрической службе. И рекомендации экспертного совета были направлены в областную думу. И ваши представители депутатского корпуса тоже были. То есть эти вопросы, мало того, но и как уполномоченным, было направлено письмо в правительство Российской Федерации. Я получила ответ. Половину, конечно, вопросов перекинули мне написать, что это полномочия субъекта Российской Федерации. Мне департамент здравоохранения ответил, что знает ситуацию, но денег нет. Предусмотрят ли в бюджете расходы на улучшение материально-технической базы учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, остается открытым. Уполномоченный по правам человека настаивает на создании долгосрочной профильной программы как на уровне субъекта, так и всей страны, чтобы люди, страдающие психическими расстройствами, лечились в человеческих условиях. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.